А вот этот клюнул на кибаре. Вот это елец. Ай. Ой, ребятки, запах-то. Песканчики. Всем доброго времени суток. Приехал я по перекатам пошастать. Маленько ельца думал сейчас половлю. Потом сяду, пожарю. Приехал, а здесь у нас ветрище. Ну не знаю. Взял чинкарку сегодня. Корзинку под рыбу. Типа чинкарист. Приехал на то же место, где ловил в прошлый раз. Вот сейчас вот даже не знаю, что делать-то. Наверное, даже с мухами и дергаться не буду. Поставлю сейчас, привяжу мормышку, как в прошлом году ходил. Опарыша, да пойду ловить. Но если оборвусь, может, кибаре привяжу. Посмотрю, на воду еще не выходил, может, там потише маленько как-то. Но здесь я сейчас все свои мухи поразвешу где-нибудь по кустам. Ну ладно, пойдем попробуем, что попытка не пытка. Раз приехал, надо что-то делать. Как говорится, рыбак полагает, погода располагает. Вчера жарище было больше тридцатника, а сегодня во. То есть такой перепад, я вообще даже не знаю, или лес-то стоит сейчас на перекатах, нет, или где по ямам забился. Ну посмотрим, проверим, что ж теперь делать-то. Ладно, пойду рыбу ловить. Вот и выход к речке. Сейчас будем пробовать. В прошлый раз здесь же выходил. Ну, сейчас. Нет, не здесь. Повыше где-то. Не здесь. А, вон там повыше я выходил. Что, пробуем? Не знаю, что получится. Вон ветерок-то. Мормышка-то все как-то потяжелее будет на конце лески. Может, нимфочку какую поставлю. Ну, посмотрим, сейчас попробуем. Время есть. На конце у меня вот такая вот вольфрамовая мормышечка привязана. 0,2 грамма где-то. 0,2. Может, 0, нет, 0,2, наверное. Поводочек. Не знаю, сколько здесь. Сантиметров, наверное. Ну, почти. Сантиметров 70, наверное. Левил. Вот такая вот незатейливая снасть. Будем пробовать. Потом, может, мухой попробую. Охота мне ельчика сегодня пожарить. Что я, рюкзак зря взял, что ли? Ага. Ух ты! Ельчик был хороший. Может, супержирная уклейка, монстр. На под кусты пойду. О, уклейки шарятся. Что, крупняки стоят. Ези. Лещи. Опа! Вот и первая рыбка. Уклейка. Чух-чух. Чуть маленькая какая-то. Жарит-то. Ладно, беги. Надо пожирнее, покрупнее.
сразу теребит. Смотри, ветрище, а. О, какие тут тинкары нафиг. Еще маленькие такие. И вот толстые. Мелочь пузатая. О-о-о. Вижу, кто-то рванул на перехват. О, о, уклеечка. Ну, это возьму. Тут жарить нечего будет. Так, чувствую, там-то ветер у меня вообще будет в харю. На самом перекате-то. Посмотрим, ладно. О, вижу, пискари, что ли. О-хо-хо. Клещи. Блин, мне так на жареху придется, наверное, мелочь пузатую ловить. Ну ничего, сейчас на перекат выйду, там ельцы. Вон, вон, окунь что ли гоняет. Уклейки на берег выпрыгивает. Так, а может мормышечку мне надо потяжелее? Экземплярчик. Это уже жарёшный. Выходим к ельцовым местам. Еще ельчик. Видел сейчас, как блеснул кто-то. Уклеечка. Надо нам уклеечку. Ельчик, ну что-то мелковастый. Толстый. Значит, весь на перекате стоит. Уклейка. Так, еще ельчик. Вышел на перекат. Вижу, как клюет. Что ж ты, ельчишка, такой масенький? Где крупняк? Крупняк, наверное, осторожничает.
Жирненький. Глубина во какая. Во-во-во, вижу. Погнался кто-то. Ух ты, хотел показать. Все, повезло тебе. Сегодня со сковородкой. О, еще ельчик. Клеечки. Нет, клеечки не надо. Трещина. Ельчик. Что-то и лес не на поверхности, поглубже стоит. Перекатик, ямка такая, тут самое ельцовое место. Нормально, ельчик. Вижу, в ямке под перекатом стоит. И поглубже даешь утонуть, тогда берет. Не хочет подниматься. Назад пойду, мормышку поставлю потяжелее, а сверху кибарь привяжу. Тонуть надо давать. Может, даже сегодня и будет у нас жареная ельчишка. Уклейки-то, ребят, как собачата. Лес сразу взял и попер. А эти начинают трясти. Здесь на глубину зашел, но там дальше должен еще перекатик быть. Не уклейки. И мелкие. Не
Места-то какие, а? Щучья окуневая, карасево-лещевая. Маленький ельчишка. Отпустим. Что это за баловство? На. Ближе ко дну опускаешь, начинаются какие-то поклевочки. Так, а вон перекатик у нас есть. Сейчас дойду до него. Посмотрим, что у нас там. О, пескарь. О, акушарик был. Места самокуневая. По пояс бреду. Красотища. Где подлые яйцы? Понятно. На дне стоят. Сейчас проверим нашу теорию. Видел поклевку. У дна стоит. Так, на жарёху-то я уже наловил, поэтому можно поэкспериментировать. Сейчас берем вот такого кибарика. На которого я в прошлый раз ловил. Одеваем. Сколько тут? Ну, сантиметров 30 пускай. Делаем вот такую петлю. Вот так примерно сейчас этого кибарика внутри этой петли. Раз 7-8 крутанем. Не знаю, видно будет, не видно. Я на карася так обычно вяжу. И теперь так помаленечку, желательно с двух сторон, без фанатизма, затягиваем. Вот так. Что-то маленькое. Ну ладно, ничего. Ну, получается, у нас крючком вверху так висит. Вот я крючки на дропшот также вяжу. Так. Вниз мы поставим вот такую убойную мормышку с напаечкой, с латунной. Привяжем ее простым клинчем.
Смочим и затянем. Остаток неэстетично откусим. Так, и то получается у нас мормышка и кибарик. Сейчас буду пробовать, что у нас из этого выйдет. Вот так. Мормышка поглубже пошла. Говорю же, у нас стоит гад, не хочет подниматься вверх. Непонятная тинкара сегодня какая-то. Сейчас еще иду вниз по течению, муть поднимаю. И в эту же муть забрасываю. И там у нас рыб. А вот этот клюнул на кибаре. Вот это елец. А? Значит, срабатывает моя задумка. Кибарь-то сам вязал. Есть тут хорошая рыбка-то на глубине. Ну, такого и ловить приятно. Это мелкий сикараж. Уклейка. Ух ты, господи! На кибаре. В принципе, здесь мормышка-то, наверное, нужна, чтобы кибаре заглубить. Или, может, нимфочку? Надо какую. У нас вот такой пескарь. А это у нас окуняра. Беги, я за тобой осенью приду. Еще ельчик. Где поглубже. Ух ты, один свалился на муху. Дубль был. Беги тоже. Сейчас на перекат выйду, мормышку отвяжу. Попробую на одну кибаре. О!
Искарь. Вот на дно. И там пискари. Еще пискарь. Еще пискарик. Скорее еще на залежку наловить. И вот здесь еще прокидаю, а то на перекат выйду. Там мормышку снимем. Попробуем чисто на кибаре половить. У нас выйдет. Ельчишка. Отпустим, на жареху уже хватит. О, уклейка. Это на жареху. О. Тоже ближе к дну стоит. Так, ну что, пробуем снять мормышку. Кто-то стучит по мухе, уклейка, скорее всего. Ловиться не хочет. Теребит, теребит. Ух ты! Да неужели? Уклейки стучат по мухе. Там она большая. Для них. Ой, он туда полез. Оба-на! Большевато. Теребит, теребят. Стучат. Что-то нагулялся сегодня. Как бы кино двухсерийно не пришлось делать. Ветер стих, повылазила толпа комаров и мошек. Так, ну что, надо еще рыбку почистить. Чш. Это жирная уклейка. Блин. Жирную уклейку возьмем. Так, рыбку сейчас почищу. Мешочек у меня ножик с собой. Вот такой вот подарочек от магазина «Старый шаман». Ну что-то. Сейчас пока туда-сюда. Ну, успею. Ветерок стих. Думаю, нормально будет. Хорошенький ельчик один попался на кибаре. Ох, красота. Ну, хватит на жарёшку.
Ладно, будем чистить, а то аккумулятора не хватит. Что-то под вечер распогодилось, красота. Рыбку почистил, бросил этот комбез. Ой, облегчение-то какое. Так, ну что, приступим, вроде ж как. Чуть ли не в поход пришли. Нереально красиво. Сейчас пока туда-сюда кофейку забацаем. Здесь все по-простому. Плитка Мадейншина. Брал, не знаю, сколько лет назад. Ну, лет 8, наверное, точно. Все такое боевое, проверенное временем. Брал ее еще, когда с ребятишками велопоходами занимались. Чтобы не таскать с собой какую-то большую. Чайник тоже тех времен. Брал по минимуму, чтобы веса поменьше было. Так, ну что, пускай кипятится, а мы пока тут рыбку приготовим к зарёхе. Зарёшку почистил. Масло у меня есть, мука тоже всегда с собой. Супер сковородка. Первый раз сегодня со мной поехала, потому как боевая сковородка моя уже походу крякнулась. О! Ну и так по мелочи, огурчик, помидорчик. Так, тарелка у меня где-то же еще есть. Военная, походная. О, сам строгал. Так, ну ладно, что. Буду пока приготавливаться. Не буду долго снимать, а то аккумулятор сядет. Чайничек закипает буквально 3 секунды и готовый. Так, мука вот я в таком вожу в контейнере, сейчас в чашечку раз. Соль с перцем сразу. Вот и чайничек готов. Чайничек убираем, ставим сковородочку, наливаем кипяток. Точку. После такого дня ходьбы такая красота. Масло лучше брать нормальное, не кастрированное. Такое с запахом подсолнечное. Красота. Главное потом его убрать так, чтобы не разлилось. Это ж вещь.
рыбка мелкая жарится будет. По-быстрому. Так, это у меня кто там уже? Муравьи жареные. Типа приправа. Ух, красотища-то. И, ребятки, я вам скажу. Так, выехать на природу. Хлеба я с собой тоже редко беру. Обычно вот такие вот хлебцы. Ну, они разные бывают. И в рюкзаке лежит вот неделю-две. Ничего ему нет. Вот такой, как галета. Вещь. Сейчас вот маслица раскалится. Можно начинать. У меня тут и пескари, и уклейка, и вельцы. Все есть. Запах пискариков, вельчиков, еще пискарик. Красота. Так, вилку ж не надо. Хорошо машина оборудована. Рыбка мелкая, жарится вообще махом. Ой, ребятки, запах-то! Все по фэншую. Жареные яйчики, жареные пескарики, жареные уклеечки. Ух! Я все-таки жалость, что камеры у нас запахи не передают. Смотрите, под вечер-то как распогодилось, а? Ой, вообще красота! Что еще надо? Ну что, почти готово. Так, по-простому, без всяких супер-пупер изысков. Сяду сейчас на бережке. И все это дело усугублю. Вот примерно как-то так. Красота. Ну что, приятного мне аппетита. Вот такая получилась какая-то непонятная рыбалочка. Отдохнул здорово. Погулял, побродил по речке. Красотища. Пришел. Рыбки пожарил. Песканчики. Ребята, это что-то. Я вам скажу. Так побродить, погулять на свежем воздухе. Проголодаться. А потом еще и, собственно, рыбки покушать.
вещь. И рыбка-то разная. И ельчишки, и уклеечки, и пескарики. Ладно, не буду вас травмировать, вашу психику, пока вы сидите с телевизором. Я сейчас это дело все усугублю и поеду домой. Ну, а вы, как обычно, не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии. Все как обычно. Всем пока. Класс. Что может быть лучше? Да ничего. Попробуйте как-нибудь. Уверен, понравится. Песканик. Еще не подписались? Зря. А мог бы угостить.